Как-то мы поехали на море с ней отдыхать, там подлечиться маме там и всякое такое. Организовался какой-то такой концерт из тех людей молодых, маленьких деток нас тогда. В общем, как-то мы сорганизовались и решили родителям сделать там какой-то концерт. Какой-то, что-то мы так долго репетировали, ну, целых 4 дня. И вдруг так получается, что мне нужно уехать, и маме нужно уехать срочно там на работу, куда-то там. Еще, в общем, какие-то срочные дела, что нам нужно уехать и меня забрать с этого концерта. А я там основное действующее лицо какое-то, в общем, там организатор, все. Это слезы на глазах, это что-то невероятное такое, но мама сделала все, она поменяла все свои планы. Она там поотменяла электрички, она там поотменяла все на свете, как же так? Поменяла все, что можно, все, что было в ее силах, и даже то, что не было в ее силах, все равно поменяла, и этот концерт состоялся. Я благодарен маме только за то, что я появился на свет, и за то, что я вот сейчас здесь сижу уже по истечении достаточно долгих лет, дышу, созерцаю, люблю, ненавижу, радуюсь, огорчаюсь. Все это благодаря маме.